являють собою пам'ятки архітектури. Їх забудовники нахабно руйнують. На їхні руйнівні дії міліція взагалі ніяк не реагує, як і не реагує влада. Ми писали листи, нам ніхто нічого навіть не відповів. І я хочу, щоб всі ті, хто збирається підтримати владу, хто зараз підтримує, всі ті, хто знов-таки піаряться за рахунок таких місць, як Пейзажна алея, щоб вони почули мене і відповіли на це питання. Дякую. Дякую. Ще один киянин говорить від імені киян. Я скажу від імені себе. Ну от, а що сказати, що на самом деле, от я киянин, хоча, звісно, не дуже хороший, тому що я тут перший раз в житті був, от, перший раз тут окажусь. От, в принципі, я всю себе в районі, от, борюсь там, со всеми пишу там, от, на всіх борюсь з цими чиновниками. Ну, в общем, ладно. Главное, я сюда пришел, и значит, мне очень нравится, значит, что здесь столько людей собралось. На самом деле, я считаю, это самое лучшее, можно сказать, цвет нации, вот, цвет Киева, вот, настоящие киевляне. И вот, тут некоторые люди тут чего-то говорили, вот мы просим. Я лично ничего не собираюсь ни у кого просить, вот, потому что я что, попрошайка какая-то, я требовать буду, потому что на самом деле мы хозяева. Они все же клерки, они нам служат, вот. А так получается, как сказал этот Черчилль, вот, он сказал, что самая большая честь для него – это быть слугой своего народа, и самый большой позор – это стать его хозяином, вот. И так само другое высказывание замечательное в тему, мне кажется, это что нужно, чтобы восторжествовало зло? Всего лишь навсего, чтобы хорошие люди ничего не делали, вот. И вот, и на самом деле, я хочу сказать, что то, что мы тут собрались, это что такая вот ситуация, значит, я думаю, что это должно быть не единичное такое собрание, а нам нужно собираться каждую неделю. Это должно быть у нас как традиция, как гайд-парк. Должны все собираться, чай пить, я не знаю. В Киеве много проблем, то есть все вместе... Мы решим все эти проблемы. Не нужны нам эти чиновники, потому что на самом деле вот власть критикует, вот ганьба, т.д. Да, это правда. Но на самом деле, даже если самая лучшая власть будет, вот она тоже станет такой поганой, если народ будет молчать. Вот. Поэтому в чего? Правильно. Поэтому мы должны давить эту власть. Мы должны сниться ей ночами в страшных снах. Должны все время эти пикеты, у них все время... Они должны бояться и трястись все время.